Всем привет, с вами сервис-центр GSM Moscow. Если на вашем iPhone 6 вышел из строя вибромотор, то в 60% случаев проблема в самом вибромоторе. Его нужно просто заменить. Но также проблема может быть в нижнем шлифе, в контроллере звука, либо его обвязке. Если у вас есть вопросы, пишите, либо звоните. Всем пока.